Привет! Сегодня мы с вами будем готовить шоколадные бисконти. Что нам для этого понадобится? Пекарный порошок, соль, шоколад, мука, сахар, миндальные орехи, которые я немножко обжарила. И сейчас я их порублю. Я их специально оставила несколько штук, чтобы вам показать, как я это сделала. Буквально вот ножом очень большие такие кусочки у нас должны остаться. Также нам понадобятся яйца, сахарная пудра и одно яйцо для смазки. Итак, мы с вами запускаем муку. Шоколад. Соль. Пекарный порошок, сахар и наши орехи. И все это мы хорошо перемешиваем. Теперь я поменяю насадку. Два выбежали. Еще один. Итак, вот у нас что получилось. Тесто будет липкое. Когда мы его будем раскатывать, нужно будет смочить руки водичкой. Вот наше тесто. Смачиваем наши руки водой. Так, теперь нам нужно этот комок разделить на две части. Опять мы смачиваем ручки водой и раскатываем. Такую делаем колбаску приблизительно длиной 30 сантиметров. Я здесь подготовила противень, который я выложила пергаментной бумагой. Нам нужно его придавить. Примерно высота должна быть 1 сантиметр. И ширина примерно где-то, наверное, где-то 6 сантиметров. Вот так. И теперь нам нужно все это смазать яйцом. И все это хорошенько мы смазываем. И нужно будет немножко посыпать сахарной пудрой. И теперь это все идет в нашу духовку. Духовку я уже разогрела 176 градусов. И это все идет на 30 минут. Итак, я достала наши бисконти. Они у нас пеклись 30 минут. И я добавила еще 5 минут. Вот они должны получиться вот такого золотистого цвета. Теперь нам нужно их разрезать. И пользуйтесь ножом вот таким серрейдом. Это будет вам легче. И они не будут ломаться. Разрезаем примерно толщиной, ну, где-то сантиметр. Духовку я убавила до 150 градусов. Вот мы разрезали, и с той стороной разрезанной мы кладем на противень. Противень я взяла чуть-чуть больше и застелила также пекарной бумагой. И вот теперь вот так мы это все выкладываем на противень. Итак, теперь
Это все у нас идет на 30 минут. Получилась у нас красота. Вот посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Это все нужно дать хорошенечко остыть, остудить. И положить в контейнер, плотно закрыть. И хранить можно примерно месяц. Пробуйте, очень вкусно. Всем всего хорошего. До встречи!